Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня на обзоре телескопические ручки для подсачника от компании Colmic. Это SectorNet называется. Ручки известны, универсальны, недороги по цене. Выпускаются в длинах 3-4 метра. Ну, в общем, такая самая востребованная длина. Значит, далее вот такая мощная резиновая пробка из толстой резины. Повторюсь, телескопические ручки, втулка стоит под еврорезьбу, которая подходит под головы, ну, всех известных производителей, в общем-то. Дальше, усилений здесь как таковых нет на коленах, да, но, в общем-то, это и не требуется. Ну, соответственно, комлевая часть, здесь нет вкручивающейся пробки, имейте в виду, здесь точность такая же крышечка. Нижняя часть колен с небольшим усилением, но опять же повторюсь, это не очень важно для такого плана ручек, потому что она сама мощная, она хорошо перераспределяет нагрузку, и в общем-то в этом нет необходимости. Значит, трешку я взвешиваю, вес ее 321 грамм и вес 4-метровый 480 грамм, а диаметр вместе хвата давайте, наверное, буду мерить. У четверки 28, у трешки 26. Так, ну, по карбону еще какие-то моменты. Ну, понятно, что здесь недорогой совсем уголечек. Это не стекло все-таки, это уголечек. Но вот самый недорогой, который, в общем-то, его плюс – это цена и надежность, да, это универсальность. Поэтому удочки могут применяться для ловли карпа, для ловли любой крупной рыбы, сазан, карась в зарослях, да, могут, соответственно, применяться для ловли, при ловле с лодки, для подсачивания щуки, например, когда вы на кружки ловите или еще что-то. В общем, давайте разложим и посмотрим, как они из-под нагрузочкой. Ну вот, друзья, я разобрал, значит, трехметровая, смотрите, пакет прикормки прекрасно держит, подымает. Так, ну и четырехметровая. Опять же, смотрим. Ну, без проблем, видите. Итак, друзья, посмотрели, но видите, что свои плюсы у них, да, свои минусы. Каждый решает сам. Подробности, прямая ссылка, да, с подробными характеристиками, ценой и так далее, будет под видео в описании. Заходите либо на сайт моего магазина Multifish.ru. Напоминаю, что у нас уже второй год проходят акции по раздаче бесплатно, абсолютно, до двух запчастей в год для наших покупателей и для подписчиков в социальные сети. Напомню, что любой желающий может получить бесплатно запасную часть на удилище, ручку для подсачки, которую купил у нас и которая подписан на социальные сети, как минимум на 3, это Telegram, ВКонтакте и YouTube. Желательно это Рутюб, Facebook и Instagram. Информацию о таких акциях мы выкладываем, соответственно, только в соцсети. Человек получает эту информацию, видит, да, что с такого-то по такое-то числа будет проведена такая акция, дает нам заявку, мы ему, соответственно, отдаем бесплатно колено. Ну, он подтверждает свои подписки на соцсети и то, что удилище либо ручку брал у нас. Второй момент, бесплатная также гарантия на весь срок службы, то есть бессрочная гарантия на заводской брак, на удилище, ручки для подсадчика, купленные у нас в магазине Multifish. Поэтому подписывайтесь обязательно, покупайте у нас. Мы, соответственно, работаем честно и открыто для всех. Всего вам доброго, до новых встреч!